но пора туда. Хватай глазами землю, лови руками провода. Уже светает смелее, судьба приветствует сильнее. Ты скоро станешь персонажем одного. Все твои мысли на сексе.
Yeah.
сами этого хотели, я не сломать. Тело улетело, где я, кому какое дело. Не стой на месте, давай руки так и вместе сольемся на стадии. Противо пальней, касание губа. Я тоже разумел, я дрожью. Картина все та же, движение скисли. Сон приходит, выдаться мы не заряжают. Тем, что мне остается, вечерина перекрывается, дальше несется. Thank you.
я иду. Почти не чувствуя шагов и мои мысли сейчас, как река без берегов, планет я гул вперед. Меня сквозь мокрый асфальт просачивая слеза, не смывая то печаль, мне хорошо. Идти вот так просто без слов, мне хорошо. Я знаю, это так надолго. Я иду, и очень хочется ты. Не опасаясь, что поймают меня шелковые сети. Готовятся кадрами, звездами, глазами.
Почему? Потому что деньги любят все, ты должен мне, мой друг. А я должен тебе, ты любишь больше, кто-то меньше, кто-то очень-очень. И любой из нас всегда позаработать не прочь. Продается все, и что считается искусством, внося и свои цены, даже на чувствах. Возможность управлять, командовать кем-то. Продается только за очень большие деньги любовь. Продается на имя и соки цены, любовь и деньги. Теперь это почти одно целое. Нет машины, это плохо, нет денег, еще хуже. А то ты это любишь, значит ты ей не нужен. Наблюдай за тем, как идут торги. Если кто-то продал, значит кто-то купил. За мишку заплатил по курсу ММВБ. Все продано, грязные деньги липнут к руке. Алиса, они меня пытали.
сели снова обычная школьница. Спокойно проживала в первом веке, пока ее покойный сон был не нарушен. Горе из прошлого подобным убегом. Причина их знакомства послужила небольшая штука под названием Мелофон, которую придумал по поселению профессор. Я-то потерял свой покой, но Мелофон хранился у Алисы. Я при этом не отдавал покоя космическим пиратам соседней планеты. Эти чеку не крыса, их было двое. У Алисы Мейлофон упер прошлое к себе обратно унылый сел. Алиса и пираты бросились за ним в погоню. Но Коля был не промах и спрятать Мейлофон успела что же. Только что пираты поймали Колю. Деньги в машину даже бабу предлагали. Коля удержался и пиратам не спадался. Сказал потом Алисе, они меня пытали. We'll be right back.
Они меня пытали! Алиса! Они меня пытали! Алиса, они меня пытали! Алиса, они меня пытали!